Сегодня мы с вами встречаемся вновь в нашем музыкальном клубе «Вдохновение». Работа, которую мы уже в этом доме, в доме Всесоюзном доме композиторов. 23-й сезон. Ну, вот у нас сегодня наша встреча посвящена музыке русской, отечественной, нашему соотечественнику, композитору 20 века Сергею Сергеевичу Прокофьеву. Но прежде чем мы начнем нашу встречу с вами, я хочу представить, рядом со мной сидит член совета нашего клуба, музыковед, член Союза советских композиторов и журналистов Наталья Алексеевна Суркова. Мы с ней вместе перейдем к нашему собранию. А вот то, что сейчас звучали позывные, вот может кто-то из вас скажет, какой-то инструмент звучал. Кто-нибудь знает? Дается челеста. У меня есть Татьяна Георгиевна, у меня один вопрос. Вот у вас есть абонентные приглашения, которые вы сюда приходите, а на них есть нотная строчечка. Вот те дети, которые знают ноты, могут сыграть ее, могут сыграть этот мотив напечатанный. Я хочу спросить у Татьяны Георгиевны, что это за строчка нотная, что она обозначает. Ответьте нам, пожалуйста. Ну, я раскрою маленький секрет. Дело в том, что когда возникла одна моя композиция, она была связана с самым прекрасным, может быть, вот, на мой взгляд, временем года, весной. Вот я люблю очень весну. У меня есть такое сочинение «Серенада весне», написанное для трио, где звучит гобой, виолончель и рояль. И вот когда я подумала, и у нас поменялось название клуба, и клуб стал называться, и у нас был конкурс, я расскажу, кто уже, так сказать, не был в то время, а у нас был конкурс, и ребята сочинили это название, и по большинству таких предложений мы назвали наш клуб «Вдохновение». Так вот, когда был назван клуб «Вдохновение», мне показалось, что это очень хорошо, если будет звучать мелодия из «Серенады весне», и если она будет звучать в таком прекрасном инструменте, как челеста. Я сделала такой вариант этой мелодии, аранжировку, специально записала вот здесь на маленьком инструменте челеста, который имеется на сцене тоже нашего дома, скрыта занавесом. И с тех пор эта мелодия стала звучать в клубе как позывные. Такая маленькая история создания. Спасибо. Мы переходим сейчас к музыкальному номеру. Да. Я хочу только сказать, что мы посвящаем наше собрание Сергею Сергеевичу Прокофьеву дважды уже, второй раз. Мы в прошлом году начинали этот разговор о его творчестве, но потому как все-таки художник этот удивительный, корни его в нашем, в нашей земле, в нашем отечестве, в нашей отечественной музыке. И одно собрание на тему Прокофьева – это очень мало. Вообще, можно, наверное, посвятить было бы целый год, потому что в этом году это Прокофьевский год, и исполнилось 100 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева. Значит, вы можете посчитать, когда же Сергей Сергеевич родился на нашей земле, вот 100 лет тому назад. И то, что звучала программа в апреле, у нас сегодня совершенно другие возможности, и звучать будет другая музыка. Но мне хотелось бы подчеркнуть, что даже вот те две встречи с музыкой Сергея Сергеевича, они очень малы, потому как творчество его, творческий его портфель, как сейчас принято говорить, творческий портфель композитора, он включает огромное множество великолепнейших образцов музыки в разных, самых разных жанрах, начиная от малых форм и кончая грандиозными эпопеями, вот такими, как, какой является опера. И
Вот если посмотреть так, взглянуть просто чисто внешние такие списки произведений, то вы можете представить вот себе, так, вдумайтесь, во что я буду говорить. Сергей Сергеевич является автором 7 опер, 7 балетов, 7 симфоний. Вот видите, какая интересная цифра. 7 везде, так сказать, присутствует. 7 балетов. 10 кантат и ораторий, 5 фортепианных концертов с оркестром, 2 скрипичных, 9 фортепианных сонат, симфонические сказки «Петя и Волк», замечательные сказки, пример которого, ну, может быть, в будущем продолжит наш композитор отечественный, пока что нет. После Прокофьева не создан такой замечательный сочинение. И вот даже если вот этот перечень, я уже не говорю о вокальных произведениях, о камерных ансамблях, о музыке к фильмам, которые тоже очень много у Сергея Сергеевича. Вот вы представляете себе, какой огромной надо было обладать выносливостью гения, какой огромный талант и огромная работоспособность, потому что, как вы сами понимаете, можно быть очень талантливым, но создать очень мало. А Сергей Сергеевич был большим тружеником и очень организованным человеком, что тоже не совсем часто встречается вот у нас композиторов. А он удивительно был в этом отношении человек. И вот такой облик организованного, талантливого, гениально одаренного человека, я думаю, что это малая доля того, что мы посвящаем сегодня ему наше собрание. И вот мне хотелось бы вспомнить то, что Сергей Сергеевич постоянно думал о том, что он оставит молодым поколениям. Мы потом коснемся немножко детских его лет, жизни, так сказать, его творческой жизни, учебы в Петербургской консерватории, с кем он общался. Но мне бы хотелось обратить ваше внимание, что в середине жизни уже, тогда, когда это был зрелый художник, он вдруг обращается и пишет изумительнейший по красоте цикл пьес фортепианных, который он назвал «Детская музыка». Может быть, даже кто-то сидящий с вас в зале, может быть, одну или две пьесы играл из этого цикла. К сожалению, довольно редко это играется, а это очень обидно, потому что музыка именно Сергея Сергеевича, она необыкновенно светла, жизнеутверждающая. Она самые светлые стороны жизни подчеркивает, выбирает своим объектом. И, кроме того, это уже новый язык. Язык общения выбирает сам Сергей Сергеевич. И он предлагает нам этот язык общения. Хотя вот он подчеркивает, что я думаю, как он говорил, что каждый новый язык должен быть предельно прост и ясен. Вот это его кредо, когда он пытается говорить с вами на очень доступном языке, но языке уже 20 века, музыке 20 века. И это очень важный момент. Я думаю, что я сейчас немножко о юных годах, да? Я бы хотела обратить внимание взрослых на то, что в семье Прокофьевых мальчик начал заниматься дома, а не в каком-то учреждении. И поскольку он был очень темпераментный, очень непоседливый, то мать, зная его хорошего характера, она никогда не принуждала его к таким методическим, трудным таким, точным каким-то моментам занятия. Она позволяла ему играть то, что он любит. Но это отрицательной чертой явилось то, что он достаточно, может быть, капризно относился к тому, что ему давали последствия. Но зато это расковывало его творческую инициативу. И он уже в 9 лет написал оперу, которая называется «Великан». Она очень смешная, конечно, детская, особенно там смешные ходы драматургические, поскольку надо был кроме музыки, который давался, видимо, легко,
сочинить еще и сюжеты, чтобы было логично, там, завязка, конверность, так и так. Это могут даже дома, где-то, вот если у нас есть несколько детей дома, а кто-то владеет модной грамотой, может изобразить эту маленькую крочную оперу. И когда он поступал в консерваторию, что-то лет в 13, да? Он пришел в консерваторию с огромным багажом творческим. Он принес туда эти оперы, там, симфонии, несколько тетрадей, фортепианных, оркестровых. Было странно даже, такой маленький мальчик, когда такие взрослые с усами, с бородами люди поступали, вдруг, значит, он это опередил, в смысле, количество, но это было, так сказать, гениально одаренный ребенок. Ну и, может быть, как-то хотелось бы похвалить, может быть, тех родителей, кто ходит сюда, не только сюда, но и на концерты, за внимание к способности ваших детей, потому что если бы вот даже такой одаренный мальчик, как Сережа Прокофьев, оказался в семье, который не проявил к нему никакого интереса, то мы бы не знали этого композитора. И кроме того, я еще хотела заметить, сейчас у нас мимолетность будет звучать детская музыка. Вот это особенно интересно, когда мастер такого крупного масштаба, который обладает силой создавать огромные, мощные произведения, когда он делает миниатюры, это особенно интересно. Они у него, так сказать, очень легко, очень совершенно получается, что там вы не брали, ну, из, ну, так сказать, самой технологии анализа музыкального. Ну, я с удовольствием просто хотела бы, ну, может быть, несколько слов Татьяна Георгиевна просто скажет как исполнитель, но я бы хотела услышать музыку в исполнении больше, чем любые слова. А немножко два слова о том, как возникли эти пьесы. Соученица по Петербургской консерватории Сергея Сергеевича Прокофьева, Вера Николаевна Алперс, как-то уже в 20-30-е годы показала ему свой дневник, который она вела со всех студенческих лет, из юношеских лет даже. И Сергей Сергеевич как-то растрогался, там были такие удивительные страницы, и воспоминания о педагогах, с которыми жизнь обручила и Сергея Сергеевича, и Веру Андреевну, и с теми людьми, которыми встречались эти два человека. И он растрогался, сказал, ну я не могу, я должен написать детскую музыку. Я очень давно не писал ничего для детей, мне так хочется. И возникли 12 пьес, которые он назвал «Детский альбом» или «Детская музыка». Сочинение 65-е. Представляете себе, это уже, так сказать, в то время, как были написаны крупнейшие, уже выдающиеся работы в разных жанрах других. У меня есть вопрос. А может, ребята вас зовут? Кто из ваших композиторов крупных писал еще детские альбомы, музыку для детей? Чайковский, правильно. А еще? Еще? Детские альбомы, который даже, может быть, кто-то играл в школах. Ну, пожалуйста. Прокофьев, да, правильно. Вот мы сейчас послушаем. А еще? Ну, пожалуйста. Да, пожалуйста. Да, Роберт Шуман, который написал альбом для юношества. Великолепнейший альбом, содержащий 48 пьес для фортепиано. А кто играл что-нибудь из тетради Анны Магдалины Бах? Вот там вот уже рука поднялась. Правильно. Это тоже тетрадь. Очень популярная в свое время была и очень популярная у нас. Потому что ни один молодой, обучающийся музыке ребенок не проходит мимо таких замечательных пьес фортепиано. И вот я хочу сказать о том, что 12 пьес, которые Сергей Сергеевич написал, это 12 зарисовок быта, жизни, природы. Вы знаете, это удивительные пьесы. Я не могу себе отказать в удовольствии поиграть перед вами. И чтобы вы вспомнили, наверняка вы часть этих пьес знаете. Наверняка. Но музыка настолько хороша и выразительна, что ее надо слушать и слушать. И мне кажется, когда кто-то из вас, ну, чуть-чуть подрастет, может быть, и наверняка захочет играть эту музыку своими руками, своей душой, своим слухом услышать.
том, как Сергей Сергеевич услышал природу, как он услышал очень интересные многие картинки жизни нашего общества. Ну, вы мне поможете чуть-чуть, да? Я хочу сказать еще, что Сергей Сергеевич Прокофьев очень любит тональность до мажор. Это вот то, с чего начинается, это самый такой лад, очень интересный лад, который без обозначения знаков. Но кто учится музыке, это знает. Вот это он считал, что самая светлая тональность до мажор. И вот в до мажоре у него очень много произведений написано. И в частности, даже вот это вот начало цикла «Детская музыка» именно в этой тональности, до мажор. Следующая песня называется «Прогулка». И тоже тональность до мажор. Обращался к русским народным сказкам и сказам. И вот этот жанр он очень любил. Фантастические, неожиданные, таинственные сказки. Thank you.
Вот еще одна пьеса. Называется она «Раскаяние». Вот послушайте удивительные переходы тональностей, их сопоставления. Как Сергей Сергеевич слышит тот тональность ре минор, но очень много светлых мажорных тональностей, которые звучат здесь, а общая печальная музыка. Снова до мажор. И пьеса называется «Марш». Вот как он слышит, даже по-разному он слышит эту тональность. Вот вы слышали утро, потом в до мажоре была у нас прогулка, и вот сейчас марш. Совершенно восхитительная пьеса «Вечер». Так и представляешь себе где-то вот реку, пойму, немножко туман идет и спускающиеся сумерки. Thank you.
заканчивают этот цикл пьесой номер 12, которая называется «Ходит месяц над лугами». Тоже послушайте, какая богатая здесь и мысль выражена, какими прекрасными средствами, и как красиво услышал поэтическую природу Прокофьев. Этой же школы Катя Опекишева. Вот такой у нас дуэт Кати. Да. А слушать мы будем сегодня следующее. Очень интересное произведение, которое... Катя, скажите, а кто переложил вот это для флейты? Для флейты это переложил, это посвятительный. А, значит, аранжировка ваша. Все понятно. Значит, произведение существует в оригинале, как фортепианная музыка. Это легенда Сергея Сергеевича Прокофьева, написанная, опус 12, которая называется, которая написана для фортепиано. Но вот сегодня она будет звучать вот в таком замечательном инструменте, как флейта. Итак, мы слушаем легенду
для флейты и фортепиано Сергея Сергеевича Прокофьева. Сейчас пасу. Замечательные музыки, созданные Сергеем Сергеевичем, эпопеи отечественной жизни нашего русского общества Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Вы знаете, что Сергей Сергеевич написал эту оперу, он очень долго работал. Это грандиозная работа Сергея Сергеевича. Опера, которая вбирает в себя, пожалуй, все стороны жизни нашего общества. И очень поэтичный, в высшей степени поэтичный звучит в опере «Вальс», который связан с именем Наташи Ростовой. И вот мы сейчас послушаем этот вальс из оперы «Война и мир» Сергея Сергеевича Прокофьева. Thank you.
образцы в русской, отечественной и зарубежной музыке, вот Сергей Сергеевич услышал совершенно по-другому. Вы заметили, какая удивительная мелодия, вот она как бы парит, она воздушная мелодия, она вся из каких-то вот нитей, хроматизмов. И вместе с тем это необыкновенно выразительная мелодия, она запоминается, этот образ. Вот этот образ, который проходит через всю оперу, образ Наташи Ростовой и вот этого вальса. Ну а сейчас мы послушаем еще одно произведение Сергея Сергеевича, написанное для этого инструмента, сонату для флейты и фортепиано, первую часть. Thank you.
солисты Московской государственной филармонии. И концертмейстер Московской государственной филармонии Марианна Шелетаева. Катя Капутян. Итак, мы слушаем несколько песен из большого сборника русских народных песен, который обработал, а скорее всего правильно сказать, написал, создал Сергей Сергеевич Прокофьев. А их в сборнике 14. И среди них есть два дуэта замечательных. Но вот мы будем сегодня слушать сольные песни, 4. Начнем, пожалуй, с «Зеленой рощицы». Народные стихи, народные тексты. Сергей Сергеевич Прокофьев, «Зеленая рощица». Сергей Сергеевич Прокофьев обращается к написанию вот этого цикла русских песен, потому как это опус, то есть это номер сочинения 104.
Это говорит о многом. То есть это где-то уже итог его творчества, творческой деятельности. Сейчас будет... Агнии Барто.
мне хотя голосом уже порисовали, уже все голосовали. А мама мне сказала, когда я уже писала, да, уже, походу, я не слишком много, чтобы выбирать себе дружок, один только не выстужу. Уже выбрала, походу, но еще не хотя голосом уже порисовали, уже все голосовали. А мама мне сказала, когда я уже писала, дружок, работа, это слишком много, чтобы выбирать себе дружок, один какой-нибудь дружок. Ну, я выбрала походу, но мне еще и петь охота, и за кружок по рисованию тоже все голосовали. А что болтун я не помог, это Вовка выйду. Он за меня на уроках объяснял насчет не понял. Вы спросите, у меня не понял. Я спросила, как считается, что бывается, если бывается. Я спросила, а в Японии это обратились пони. А у нас учитель строки, он за меня на уроках объяснял насчет не понял. Вы спросите, кто не понял. Потом учитель говорил, что был китайский мандарин. Я учителя спросила, а если краски, а апельсины? А у нас учитель строги, он сегодня на уроке объяснял, что не понял, не спросить, кто не понял. Я спросила, как считать, что не помню, не китайцы. Я спросила, а не понял, это давно оделись пони. А что болтун я не думал, это до конца сказки, вот мы завтра, если ты придешь, да, если снимешь, то
было творчество 5 фортепианных концертов с оркестром, 9 фортепианных сонат и масса интереснейших фортепианных циклов. Вообще, пианист Прокофьев был непревзойденный не только для исполнения своей музыки, но и классики. Это был удивительный дар общения со слушателями как пианиста. И ведь мы можем вспомнить, что консерваторию петербургскую Сергей Сергеевич окончил по 3 отделениям. Как композитор, мы все знаем, что он занимался у Анатолия Константиновича Лядова по сочинению и гармонии, по инструментовке у Николая Андреевича Римского-Корсакова и по фортепиано у гениальной пианистки Анны Николаевны Есиповой. А по дирижированию, еще, видите, еще, так сказать, специальность одна, которую он владел, по дирижированию Николая Николаевича Черепнина. И надо сказать, что когда Черепнин принимал Сергея Сергеевича в свой класс, в отличие от других профессоров, которые утверждали, что Сергей Сергеевич очень одаренный в их области человек, Черепнин прямо сказал: «Я скажу, Сережа, что ты, как дирижер, как с нормальной одаренностью, не более того. Но я тебя буду обязательно учить дирижированию, зная, что композитор обязан владеть, потому что твои сочинения очень часто тебе придется самому дирижировать». И он был абсолютно прав, потому что композитор – это комплексная специальность. И заметьте, настоящий композитор, большой композитор, всегда владеет обязательно параллельно не только композицией, но каким-то инструментом или же является дирижером. А бывает, что он владеет блестящим и ораторским даром. Это тоже редко. Но все-таки говорит о том, что именно композитор – комплексная специальность. И вот Сергей Сергеевич любил рояль. Он любил заниматься на рояле. И когда Анна Николаевна Есипова с ним занималась, она говорила: «Да, Сережа чрезвычайно одарен, но он очень упорен. Он имеет на все свой взгляд». Она не во всем соглашалась с Сергеем Сергеевичем, но считала за счастье преподавателя. А выпускной экзамен консерватории Сергей оканчивал своим фортепианом, первым фортепианным концертом. И вот как интересно, когда перед тем, как уже был завершен концерт первый для фортепиано с оркестром, Сергей Сергеевич должен был договориться с издателем, потому что на экзамене выпускном обязательно присутствовала комиссия композиторов, которые должны были держать в руках уже напечатанную партитуру концерта. И вот они, сверяя партитуру с тем, что звучит, слушали эту партитуру, и легче и гораздо компетентнее могли судить о том, что играется, что за произведение созданное молодым композитором. И когда Сергей Сергеевич торопил издателя, он говорил, что «я не могу играть концерт, не имея нот». И накануне, ровно за несколько часов, издатель вручил готовить на балонта. Эти строчки так звучат: «В каждой мимолетности вижу я миры, полные изменчивой радужной игры». И действительно, каждая пьеса, маленькая пьеса, она удивительно передает изменчивый наш микромир, вот ту среду вокруг нас, которая существует. Так услышал ее Сергей Сергеевич.
занимаясь музыкой Сергея Сергеевича Прокофьева, я обнаружила удивительное произведение, которое, к сожалению, ну, почти не играют у нас. А это очень жаль. Это произведение, я думаю, что будет вот сегодня на солнечной эстраде, будет звучать впервые. А это произведение написал уже зрелый мастер. Это 59-й опус, 59-е сочинение, называется это «Пасторальная сонатина» для фортепиано. Вот удивительно тоже произведение, которое вобрало в себя все уже мастерство, все достижения Прокофьева лирика, Прокофьева фантаста, Прокофьева удивительно владеющего современным, выразительнейшим языком общения. И Прокофьева, который потрясающе слышит природу, знает, любит свое отечество и очень хорошо слышит природу. Я сейчас вам сыграю эту сонатину, я вас попрошу перевернуть. Итак, это будет звучать пасторальная сонатина Сергея Сергеевича Прокофьева для фортепиано, сочинение 59-е. Утверждающий и опять-таки написано в его любимой тональности до мажор. Но послушайте, как он расцветил красками эту тональность. Thank you.
рассказали о том, каков был пианист Сергей Сергеевич Прокофьев. Но почти не говорили о том, что Прокофьев великолепно чувствовал и знал природу человеческого голоса, его хоровой музыки, его симфонической музыки, кантатно-артериальной. И музыка, вот вы представьте себе, созданная по заказу к фильму, вдруг становится прекраснейшей кантатой. Это фильм «Александр Невский». И кантата «Александр Невский» сейчас признана одной из выразительнейших, замечательных произведений этого жанра. А там голос, голос, который над всем царит, хор, который знал в совершенстве Сергей Сергеевич Прокофьев. Или кантата, или оратория «На страже мира». А опера как синтетический жанр, вбирающий в себя и хоровую музыку, и вокальную музыку, с драматургией. То есть это самый, может быть, значительный и самый трудный для композитора жанр музыкального творчества. Вот в этом Сергей Сергеевич достиг подлинных высот. Может быть, кто-нибудь вспомнит, вот кроме «Войны и мира», оперы Сергея Сергеевича? Они, в общем, идут на сцене. Правда, не столь часто, к сожалению. Но все-таки мы слышим фрагменты из этих опер. Мы слышим иногда на сцене. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Игрок. Игрок, совершенно верно. Еще что ты скажешь? Нет, это немножко другая версия. Это не точно. Игрок, очень хорошо. А вот еще замечательная опера по Карлу Готце. Она шла долгое время с театра Станиславского Юрьевича Данченко, музыкальном театре. Никто не слушал и не знает, что это за опера. Нет. «Любовь к трем апельсинам». Правильно. И еще одна опера, которая тоже шла на сцене этого театра, но которая называлась... Никто не помнит. «Дуэнье». «Дуэнье» – комическая опера, созданная пером Сергея Сергеевича Прокофьева. «Война и мир», о которой мы уже говорили и еще будем говорить об этой опере. Замечательная опера «Повесть о настоящем человеке» Семен Катко. То есть здесь, конечно, как и в балетном жанре, Сергей Сергеевич создал очень значительные произведения, ставшие основой нашего отечественного современного репертуара опер балетного. И вот мне бы хотелось, чтобы мы сегодня послушали еще немножечко вокальную музыку Сергея Сергеевича, поскольку, ну, это самая малость, скажем, мы не можем вам сегодня дать возможность послушать сцены из оперы. Это очень сложно, вы знаете, в наших условиях это вообще все сложно. Вот. Но все-таки мы пригласили солиста, и мы надеемся, что вам доставит это радость большую. А образ, созданный в опере Сергея Сергеевича Прокофьева, образ нашего национального героя, вот вы, может быть, даже я не буду его называть, вы сами скажете, что это за образ, наверняка вы узнаете его. Я хочу пригласить на сцену солиста Московской государственной филармонии Виктора Параскеву. Песню, созданную Сергеем Сергеевичем. Вот, очень интересно, это тот самый жанр, к которому почти не обращался Сергей Сергеевич. И вот исключением русских народных песен из сборника, которая звучала сегодня в нашем собрании, он почти не обращался к этому жанру. Вот послушаем, что написал Сергей Сергеевич. Мы сами по строительству, мы сами по строительству равняем жизни срок. Но молодость, товарищи, уходит вниз по лесу.
что молодость, как ласточку, нельзя зажать в руке, что каждый день несчитанный, недуманный, потерянный, что этот день, товарищи, как волос на виске. Прощай, товарищ, молодость, на этом перекресточке расстанется любимая подружески с тобой. Друзья мои, друзья мои, друзья мои, товарищи, еще мы очень молоды, еще мы будем счастливы, еще мы будем счастливы. Хоть и сок седой. Страницу, бокальной страницы творчества Прокофьева, вы скажете, что за образ? Кто герой? Эти музыкальные строки, кто скажет? Какой образ? Ну, пожалуйста. Ну, понятно. Музыка Прокофьев. Нет, а кто поет это в опере? Да, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Совершенно правильно. Это была ария Кутузова из оперы «Война и мир» Сергея Сергеевича Прокофьева. Ребята, а кто знает, вот что за портрет? Вот здесь вот. Кисти какого художника? Видно всем? И он немножечко так в первых рядах виден, наверное. Замечательный портрет создан одним из выдающихся наших
Отечественный художник, пожалуйста. Да, портрет Сергея Сергеевича Прокофьева, но кто написал этот портрет? Знаете? Кто автор этого портрета? Нет? Знаете? Они сейчас подойдут.